Вот, время нам почему-то не показывает. Вот такой вот он канал Fox Sports. Аткинс. Аткинс из Бадреф Лафренс. Ну вот посмотрите, Лейкерс снова отзащищались. Великолепно. Чаки Аткинс прорывает. Вот посмотрите, Рики Дэй Полу Пирса обокрали. Вот как ни странно, Полу Пирс. Так, и этого сезона вся сейчас сгрудилась под щитом Бостона. Играли за подбор. Аткинс перехватывает мяч. И как ускоряется Чаки. Но Бостон, однако, ведет. Бостон впервые по очкам набирает Чаки Аткинс. И при этом 5 из 8 трехочковых реализовывает. Сейчас не попадает в кольцо Лейкерс. Чаки Аткинс довольно быстро переходит пол площадки и сверху лап. У Бостона команда показывает лучший процент, чем Лейкерс. Аткинс, как же он при... Одно очко, до одного очка. Первых двух, где команды устроили игру в догонялке. Лейкерс уходили вперед, Бостон их догонял. Но на последний... Да, не выглядит сейчас он на все 100. Делонт Уэст бросить. Конечно же, размах рук у Одома потрясающий. Вытащил мяч, который сам же потерял. Аткинс, Аткинс. Чаки Аткинс. Вот это метеор расфалил он на Чаки Аткинсе. Разыгрывающего, у которых 4 минуты остается еще играть в четвертой четверти. Аткинс. Аткинс. Итак, болеть за Бостон. Кто любит Бостон, болейте, друзья, потому что осталось-то всего ничего. Аткинс, Одома. Аткинс против Уокера, нет. Ну, Аткинс решает. Просто я уже замолчал. Коби с трехочковой дистанции не точен. Коби Брайант.